Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новый симулятор открытия реальных вещей на Android. Повторюсь еще раз, специально для любопытных, так сказать, людей, это симулятор. И все выигранные вами вещи из этих ящиков вы не получите себе на дом, не получите себе на руки, не получите на почту. В общем, вообще не получите, вы получите это все только в самой игре. Для чего эта игра, если нельзя получить реальные вещи? Такой даже вопрос задают некоторые пользователи, и я отвечу. Это, ребята, симулятор, где вы можете просто-напросто открывать ящики, собирать офигенную, крутую коллекцию из крутых вещей, и потом показывать всем своим друзьям и говорить: смотри, у меня какие есть вещи. Например, вот так вот. Ну что, приступим. В инвентаре у нас ничего нету, потому что мы еще с вами ничего не открывали. Магазин и рынок. Здесь у нас площадка, здесь можно покупать различные вещи, если ты прям уже мега крутой миллионер в этой игре. В магазине у нас есть обычный стартовый кейс, потом у нас идут наушники, да, кейс, игровой кейс, мобильный кейс, камера кейс, ноутбук кейс, мотоцикл кейс и автомобильный кейс. Мы с вами что будем открывать? Давайте сперва откроем один обычный кейс, посмотрим, что у нас тут есть. Я вижу MP3 плеер, USB, спиннер, пин-кейс. Ё-моё, вот это просто обычный, да? А самое крутое у нас получается там что было? Ну-ка, давайте нажмем, посмотрим. Я не успел. Что у нас самое крутое? Это геймпад Xbox, USB драйв и Powerbank. Это такие самые типа крутые вещи. Ну, нам нужно еще что-то крутое. Нажимаем магазин и наушники. За 5 золотых монеток. Нормально, в принципе. Так, здесь что у нас самое крутое? Razer, AirPods, Messer и Dynami и SteelSeries какие-то. Ну, нам выпадают обычные JBL-овские наушники. Мы открываем их по 2. Ну, давайте. А что я тогда по одному? Давайте по 2 кейса будем открывать, сколько у нас денег хватит, и потом в конце все это продадим. Обычные наушники, вот просто мега обычные наушники. Дальше очень крутой нами любимый кейс, это игровой кейс. Выбираем 2, давайте 3 кейса и откроем. Нажимаем открыть, крутится. Здесь самый крутой, это монитор Acer, видеокарта, консоль PSP. А, PlayStation 4 версия, потом что там еще? Видеокарта, монитор Acer, клавиатура Razer, геймпад Xbox, Razer Kraken. В общем, есть все-таки крутые вещи. Смотрите, что нам выпадает. Такая вот VIP. Ой, это NIP, ребята. Это же NIP. Думал VIP. Ну, пусть будет NIP. Я думал, будет VIP, но, к сожалению, оказалось NIP. И снова же выпадают обычные наушники. Так, выходим назад. Здесь все у нас закончилось. Мобильный кейс, здесь я думаю, нужно побольше выбрать, мне даже не жалко, ну давайте 7 кейсов мобильного ассортимента купим, потому что это, вот, стой, нет, Huawei U5 2019 года, ё-моё, нажимаем открыть и... барабанная дробь, давай что-нибудь крутое. Снова же Huawei U, а нет, Alcatel выпал, конечно, офигенный. Зачем нам Samsung? Здесь что самое крутое? Айфоны, айпады, Samsung. Ну, в принципе, как и сейчас в наше время, самые крутые вещи. Но нет, давайте не будем забывать о такой марке, как Xiaomi. Ну, что-то я здесь, и вижу Xiaomi. Вот он, Redmi вижу один, еще вижу Xiaomi, нормально. Конечно, как же без Xiaomi? Xiaomi топ за свои деньги, согласитесь? Ну-ка, давайте, ребята, в комментариях лайки поставим, у кого Xiaomi. Давайте, мне просто самому интересно, как Xiaomi сейчас вообще у каждого на руках. Ну, у меня Samsung, конечно, на руках, но... думал ли я о покупке Xiaomi? Нет. Я думал о покупке нового Samsung. Не знаю, я просто человек такой, который любит... линейку Samsung Galaxy S. Ничто другое мне еще не понравилось, но нравится это. В общем, не суть. Камера кейс, его я еще не открывал. Еще даже до этого, когда я играл, я не играл в него. Поэтому давайте откроем камера кейс и посмотрим, что у нас тут. Ну, здесь довольно-таки очень много различных вещей. Посмотрите, даже есть различные штативы.
мотоцикл. Кейс, хватит ли у нас денег? Нет, конечно, не хватит, потому что 5 тысяч нужно только, чтобы открыть мотоцикл кейс, и 25 тысяч нужно, чтобы открыть автомобильный кейс. Ну, и думаю, давайте потратим остальные деньги все на телефоны. Так, еще надо, вот, да? 6 кейсов откроем, да, и завершим с вами обзор этой игры. Симулятор открытия кейсов реальных вещей. Ссылка в описании, также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Что-то вы знаете, когда быстро сказать крутой, иногда получается, что ты говоришь Игорь крутой. Поэтому лучше быстро не говорить крутой, иначе ты запутываешься просто-напросто. Поэтому спокойненько крутой. А так. Ну да. Сейчас у меня утро. Опа, не, iPhone 11. Хоть что-то за сегодня нормальное, да, выпало. Так, что, есть еще, да. Сейчас утро, вот, наверное, где-то часик, наверное, назад проснулся, чай попил, умылся. Ну, все дела вот эти утренние сделал. И вот сижу, записываю для вас обзорчики. Нет бы, поспать бы еще бы до 12. Но нет, сижу, вот записываю для вас видосики, ребята. Я думаю, стоит уважение, лайка там. Ну ладно. Так, давай что-нибудь напоследок хорошее. Да, это же Alcatel, да, тот самый, да. И теперь смотрим на вещи, вот так вот, да, вот так все и выглядит. Как теперь это все продать, а? Можно это найти на рынке, посмотреть, осмотреть, продать и все. Давайте все продаем. iPhone, за... ух ты, iPhone за 800 золотых монеток, ребята, продали. Неплохо, неплохо, таких бы штук 10, может быть, открыли кейс автомобиля, либо же этого, как его, мотоцикла хотя бы. Все, так, вещи все продал, может быть, оставил какие-нибудь крутые вещи, и все, поехал дальше открывать. О, вот это мы не открывали, извиняюсь. Давайте откроем 3 кейса напоследок, вот что будет, 3 кейса крутых ноутбуков. И барабанная дробь Lenovo. А, нет, Asus все-таки выпал. Так, второй кейс ноутбуков и барабанная дробь. Ну-ка, что-нибудь, да, крутой. Но, блин, тебя люди смотрят. HP. Дальше, третий кейс ноутбуков. И на этом все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.